Привет, друзья! Вы на канале «Очень вкусная еда». И сегодня мы готовим варенье из абрикосы. Любимое мое варенье для зимы, именно для длительного хранения. Иногда зимой возьмешь чашечку чая, кусочек хлеба намажешь маслом и ложечкой достаешь половинки абрикос и закидываешь их в рот. Вкуснота неописуемая. Я покажу вам свой рецепт приготовления, который еще делала моя бабушка, моя мама. Вот. Ну и в принципе наша семья продолжает также по этому рецепту делать это очень вкусное варенье. А нужно нам что? Абрикос. У меня здесь 1,5 килограмма абрикос, сахар желейный и банки. Сначала мы вытащим косточки, то есть варенье идет половинками, без косточек. Потом мы взвесим это все. И тогда я расскажу о пропорциях, которые мы будем применять для приготовления этого варенья. Итак, мы начинаем. Друзья, смотрите, вот такие красивые абрикоски. Короче, когда мы убрали косточки, они завесили где-то 100 грамм, у нас осталось абрикос чистого веса 400 кило. Вот. Мы используем желейный сахар, то есть на килограмм продукции ложится половина, то есть 500 грамм. То есть на 1400 грамм абрикос мы ложим 700 грамм желейного сахара. Если вы используете обычный сахар, то все идет один к одному. Вот. Мы просто сверху засыпаем. Для чего? Чтобы абрикос отдала свой сок. Не перемешиваем ничего, просто сверху засыпаем желейный сахар. Вот так вот. Ну и дадим немного времени. Смотрите, какая абрикоска для нашего варенья получается. В общем, она простояла у нас всю ночь, дала вот столько сока. Именно этот вид варенья готовится этим образом, то есть засыпается с вечера сахаром, стоит до утра, и утром мы ставим ее на печку, включаем небольшой огонь, даем возможность закипеть. Абрикоса кипит 5 минут, потом мы выключаем. Вот. И она минут 10 находится в состоянии покоя. Потом мы включаем еще раз печку, она закипает. И через 5 минут кипения мы выключаем. Так мы делаем 3 раза. Для чего это все? Это дает возможность абрикосе оставаться именно вот целенькой, половинками, кусочками. И в варенье она будет именно такой. После 3 таких вот подходиков мы в стерилизованные банки будем ее засыпать. Мы не забываем, конечно же, перемешивать, потому что любое варенье может пригореть. Для нас важно, чтобы растворился весь сахар, который мы засыпали. Стало больше сока, поэтому мы очень нежно, не резко мешаем нашу абрикоску. Варенье абрикосовое наше, напоминаю, должно вот так вот закипеть и вариться на медленном огоньке. Вот. Периодически мы его мешаем и снимаем пенку. Время кипения 5 минут. Потом мы выключаем, даем минут 10 паузу и повторяем процедуру 3 раза подряд. Итак, мы 3-й раз запустили наш процесс варочки. Убираем пенку обязательно. Вот она, видите, какая получается. А знаете, что самая вкусная вещь? Это пенка. Классно. Абрикоска готова практически. Осталось
Вот печка просигнализировала, что варка закончилась. Ну и все отправляется в баночку. Какое оно красивенькое. Какое вкусное. Остынет, мы снимем пробу обязательно. Итак, попробуем наше варенье. Получилось вот из кило 400 абрикос, вот таких вот 6 баночек и вот этот маленький остаток. Еще, правда, горячеватый. Капает. Не хочется наляпать. Обалдеть. Честно скажу, очень вкусно. Когда он остынет, будет еще вкуснее. Сейчас он такой горяченький. Но абрикоска получилась на славу. Рекомендую рецептик. Немножко нужно с ним повозиться, но... это оправдывает потраченное время. Друзья, кому понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся в следующем видео. Пока!